еще всех напрягает то, из-за чего мы разводимся. Потому что я, видите ли, разлюбила, и мы не подходим в сексуальном плане. А еще он медленно собирается, и мне нужно очень сильно тратить много энергии, чтобы его мотивировать. Вот, и это для всех не причина, в смысле, он же тебя не бьет, он же не пьет, не курит, по курам не ходит, с работы сразу домой, чего тебя не устраивает, ну точно. Все вообще в более худших условиях живут и ничего терпят всю жизнь. Блин, у вас там запасных жизней до хера, да? Опа, да, новая такая причина для развода, типа, а, ну а что здесь такого, если раньше не сошлись с характерами, теперь не сошлись в интиме, да? Понимаете, блядь, да что тут понимать-то? Тут просто дичь. Все, она опоздала на свидание, свободно, давай, курица, все, давай, газуй отсюда. Знаете, женщины очень долго обычно собираются, вот пока она там укладку сделает, макияж нанесет, гардероб подберет, ты уже вспотеешь, да, ты знаешь, что ты еще можешь 2 часа времени поспать лишнего, пойти не то, что машину прогреть, а съездить на заправку, заправиться, там, в магаз сгонять, с друзьями пиво попить, протрезветь, и только тогда она свободна, да, уже, ну, готова, вернее. Все, это причина развода. Ты не хочешь мне сосать? Причина... У тебя голова болит? Развод. Ой, блядь. А что, это не причина, что ли, развода? Да все это... Любая причина сегодня может быть разводом. Вот, понимаете, на самом деле сегодня в суде никто не интересуется. Так, это для проформы вопрос задают, а как, почему вы разводитесь? Ну, напишите там в заявлениях, ага, почитали, не сошлись характерами, там, блин, да, не ведем в совместно-хозяйственную деятельность, еще что-то. Но о чем это все говорит? Это говорит о том, что, ну, замуж сегодня выходят женщины, знаете, ну как, посмотреть, а что там, а как там, а какая разница, я сегодня замуж, потом могу завтра выйти замуж, послезавтра. Сегодня нету института брака, нету семьи. Сегодня вот эта вот семья, ЗАГС, вот эти все мероприятия, это просто как очередное приключение, что ли.